Я сейчас поеду. Да, можем отойти сюда. Вадим, можешь сюда отойти? Давай. Да, ну то есть я у вас хотел спросить, поскольку сейчас всякого рода санкции вводятся, что как у вас с Алексеем Миранчуком дела? Все в порядке, в рабочем режиме. Не мутузит его там за то, что русские, не приходится ли ему там оправдываться в силу? Сереж, средства массовой информации – это огромная сила. Ага. Просто лишнего не хочется говорить, ничего. Угу. Вроде бы, ну вот как нам видится, все в порядке. Рисков нет его? Относится профессионально парень. Соответственно, руководство клуба также относится к нему. Угу. По деловому и профессиональному, не по расовой. То есть пресса, которую сейчас испытывает вся Россия, у него нет? Или все-таки эту, так? Эту прессу мы и создаем. Ну зачем? Зачем постоянно вы спрашиваете, как вы относитесь? Как? Зачем раскачивать? Зачем? Ага. Тем более, ты видишь, что спорт превратили в верхушку политики. Да. Ага. Верхушка прям да. Всего, да. В апогее находится все это. И из спорта сделали просто такую разменную монету. Угу. Печально все это. Вот эта история, которая сейчас у Лока санкции, ФИФА говорит о том, что может, ну, слухи о том, да, хорваты сегодня запустили, не знаю, фейк или нет, о том, что футболистам будет дано право покинуть Россию без компенсации, расторгнуть контракты. Так и будет. Так и будет, думаете? Я думаю, что так и будет. ФИФА будет полностью на стороне. Судя по тому, что нас отстранили отовсюду, не дали возможность по такому говорить Лигу Европы. Да. То есть вот для меня Спартак обладатель Кубка Лиги Европы. Ага. Для меня сейчас. Ну, в силу если, вот этих, в силу да, вот этих обстоятельств. Да, да. Вот, ага. И вот я считаю, так, да, все могло бы быть, и почему нет. Ага. А то, что. Ну, так и будет, додавят. Ага. Додавят. И. Будет говориться внутри чемпионата, и ФИФА примет все регламенторные, так сказать, да, документы. Регламентные, да. Да, и спустят там. И футболисты будут уезжать спокойно и, наверное, получать свои деньги. И те деньги, которые платили за трансферы футболистов. Будет потеряно. Конечно. Но вопрос в том, выдержат ли российские клубы вот такое давление, если деньги на то, чтобы мы платить. Мы откатимся. Я считаю, что мы откатимся сейчас к истокам. Угу. И опять будет востребованы русские футболисты, свои воспитанники. От этого курса никогда нельзя было уходить. Угу. Это ошибка. Качественные футболисты должны приезжать легионеры. Угу. Конечно, должны качественные. Ага. Чтобы наши молодые отечественные футболисты тянулись с ним, набирались класса и уровня мастерства. Ага. А средние футболисты, ниже среднего, иностранные футболисты, зачем? Ага. Ну, то есть мы возвращаемся в 90-е, так, если говорить на чистоту. Ну, в 90-е, да, где-то, ну, наверное, так. Ага. Но здесь есть и плюсы, и минусы, наверное, плюсы, учитывая минусы. То, что российские футболисты будут получать практику и будет больше русских футболистов. Будем надеяться. Mm-hmm. Ваш прогноз плюсы, много? Плюсы даже есть, когда куча минусов. Ваш прогноз искать. Много иностранцев уедет? Я думаю, что да. Mm-hmm. Я думаю, что да. Вот эта ситуация в Локомотиве, когда Гиздаль фактически сбежал, о чем говорит? Ну, судя по тому, по тем рассказам, которые как бы, ну, я знаю, что как он поступил по отношению к команде, к клубу, к партнерам, которые приводили его, компания, да, немецкая, соотечественники все-таки. Ну, могли бы как-то. Он обязан, я считаю, обязан был переговорить, поставить курс, объясниться, изложить свою позицию. Ага. Поступил как. Мне сложно назвать. Ну как давайте назовем. Я считаю, подонки так делают, поступают. Uh-huh. Бросают коллектив, бросают проекты, бросают. Видимо, надежды какие-то есть, что будет востребованность там, у себя дома, в Европе. И на этой политической волне человек что-то обретет, что-то вынесет. Может быть, он понимал, а может быть, я не знаю, это мои догадки, что ту работу, которую он проделал в межсезон, она была совершена, мягко говоря, с ошибками. Угу. И сегодня, мне кажется, мы это увидим. Потому что в 60-й минуте футболисты просто встали, мягко говоря. Угу.
Ну, то есть мы можем говорить о том... Это ошибки. Футболист играет так, как его тренируют и готовят. Uh-huh. Это закон. Как его тренируют, нагрузки, тактика. Вот комбинация всего этого, да? Uh-huh. Подготовительного вот этого процесса сбора. Нам же все говорили, что подождите, пройдут. Надо сбор. Подождать несколько сборов, да. Мы подождали. Я был в Испании. Я видел тренировки, я знал графики тренировок. Mm-hmm. На мой взгляд, главный тренер совершал огромные ошибки. Ну, то есть это никуда не годная подготовка. Да. Mm-hmm. Да, так и есть. Футболист не готов. Я не буду вдаваться в тактические, в теоретические все вот эти подробности. Mm-hmm. Да? Как был построен процесс, что делали правильно, неправильно. Ну, судя по тому, сколько, какие были тренировки по продолжительности, по количеству, по времени, как составлены были вот эти графики тренировок, да, сколько было выходных в команды в общей сложности. Ну, это мало. Можем ли мы говорить о том, что тот проект, который задумывался Рангником и продолжен был Цорном, он завершен? Сереж, я не знаю, про Рангника это вообще здесь говорить, да, то есть поступок, ну... Примерно аналогичный, да, но немножко в другом формате. Угу. Да, солидное предложение от топового клуба, да. Грех отказаться. Но, по сути, он поступил так же. Он изменялся с Россией, со страной, с клубом, который в него верил. Угу. Для меня специалист этого нет. Я и так, мягко говоря, скептически относился ко всему этому. Но... Так не поступай. Профессиональные качества, а человеческие качества никто не отменял. Порядочность. Честь, порядочность, я не знаю, знаком он этим или вообще вот эти термины. Угу. И все, что происходит, ну, конечно, печально. Ну, то есть это крах проекта Рангника, как он задумывался, если так говорить, если, совсем жестко. Ну, крах проекта Рангника. По-моему, настал тогда, когда ушел сам Рангник. Угу. Он уже тогда настал. Угу. Это уже не его проект. Получается, теперь надо спрашивать тех людей, кто Рангника сюда привел. Однозначно. Ну, ответ-то будет. Отвечать нужно будет именно тем людям, которые давали добро. Я не знаю, руководство РЖД. Александр Кузьмин. Наверное, ему. Угу. Нужно будет что-то сказать, как-то объясниться и... Ну, не мне, конечно же, кто я. Uh-huh. Общественность, руководство, акционер. Компания РЖД, да. Компания РЖД. Ну, uh-huh. я не думаю, что компания РЖД сейчас дает огромные проблемы. Все чувствуют. Но вообще все, что происходит в клубе, мягко говоря... Что именно? Что вы имеете в виду? Мягко говоря, разочаровывает? Что именно меня? А я тебе скажу... Что? Я тебе скажу прямо. Последние события, связанные с расставанием... Дмитрием Анатольевичем Ивановым. Да. Спортивным юристом, да. Да. Я бы не стал спортивным юристом. Директором, да. По правовым вопросам, да. Это человек, я бы отдельно сказал, человек, который пришел в период, когда был здесь в клубе, руководил Илья Леонидович. Да. Мы с ним до этого не были знакомы абсолютно. Отношения складывались, в принципе, на протяжении там, всего этого времени, да, там, пяти лет. Непросто. Но могу сказать одно, что профессиональные качества этого человека, они на высочайшем уровне. Если с такими людьми прощаться, вот такому клубу, значит, как минимум на смену должен прийти человек со знаниями, с опытом, с авторитетом. Да, определенно. И знающий. Кто пришел на эту должность, ну, я слышал, я с ним лично не знаком. Я не представляю вообще, что сейчас, как вести дела, да, как общаться. Потому что, ну, я не буду скрывать, очень важный вопрос взаимного доверия и уважения. Да. Мы можем друг друга любить, не любить, наверное, неправильно, да, там, уважать, не уважать, но во время... профессиональных вот этих вот, да, общений, работы. У меня сложились за эти годы
абсолютно доверительное отношение. То есть я понимал четко, что если мы о чем-то договорились, да, это положили на бумагу, uh-huh. то так оно и будет. То есть вот эти условно 18 листов трудового договора я могу четко и спокойно, да, то есть просмотреть, не вникая особо, да, там по главным показателям пройтись, да, проверить ошибки там возможные, которые могут там в результате печати. Но очень важно было то, что именно вот договорились, положили, и можно не глядя подписывать. Футболист пришел, там, молодой, не молодой, все, вот договорились, обсудили, документ готов, его можно исполнить. Я не знаю, почему и что произошло, то есть у меня нет данных там каких-то. Я когда узнал, прочитал в прессе, набрал Дмитрия Анатольевича, выяснил, ну, он так корректно сказал, что так больше было нельзя. Ну, работать в таких условиях. Абсолютно, да, еще раз подчеркиваю, политкорректно, не вдаваясь в подробности, но говорю еще раз, это серьезная ошибка. Как бы то ни было, это серьезная ошибка, и я думаю, что клуб это почувствует со временем. Последний момент. Говорят, что покидает Пабло. А что вы об этом думаете? Что я думаю? Леш, ну кого волнует, что я думаю? Да, если забегая там, заглядывая в прессу, там, читая отзывы неких болельщиков, фанатов, любителей Локомотива много-много лет, да, там можно же много всего такого прочитать. Я, наверное, оставлю без комментариев, да, это жизнь футболиста, это его судьба, это его выбор. Видимо, что-то пошло не так с самого начала прихода Пабло в Россию. Да, даже не Пабло, а, наверное, вот эту группу. Немецкая группа. Да. Угу. Наверное, что-то пошло не так еще там. Все эти разговоры по поводу перехода в Краснодар, возможно. Ну, вот что-то было. Сейчас, наверное, человек все-таки нашел возможность зацепиться за что-то, да, и совершить действие, там, уход. Это его право. Осуждать, говорить в его адрес, там, гадкие, неприятные вещи я не буду, я не имею абсолютно никаких. Как вы думаете, возможно ли возвращение Семина в Локомотив? В нашей жизни все возможно. Еще невозможно представить месяц назад, что такое может быть, да, то, что творится сейчас. Не бывает. Как можно загадывать что-то или говорить, нет, этого никогда не будет. В жизни все важно. Спасибо большое.